Давай скажем всем привет. Привет, мои самые любимые, лучшие зрители на свете. Добро пожаловать к нам на канал. Да, доченька? С вами моя мама Елена и я Есения. Есения! Устала, даже не улыбаться. Улыбнись. Скажи, устала. Значит, сегодня у нас суббота. Мы приехали отдыхать в торговый центр «Новомол», который у нас здесь расположен между городом Анапгат и Сиде. Так как у нас здесь жара 38 градусов, ощущается как 40-42, приносить очень тяжело. На море тоже невозможно тяжело. Дома сидеть устали под кондиционером, поэтому приехали прогуляться по торговому центру. Вообще, у нас будет крещение. В августе у нас доченьки будет 17 августа, день рождения, годик. И мы полетим в другую страну, чтобы ее покрестить. Я пришла сюда посмотреть себе платье на крещение. Ну, плюс как на день рождения, ну, все вместе. Вот хочу какое-нибудь платье себе выбрать. Красиво, может быть, два. Ну, думаю, заодно прогуляюсь и вам поснимаю, какие здесь будут встречаться мне магазины. Интересные. Возможно, скидки. Сейчас же ведь конец июля. Очень хорошие скидки начинаются в Турции, как я уже не раз говорила. Так что присаживайтесь поудобнее, будет интересно. Ой, улыбнулась. Скажи привет. Ой. Нравится мамин телефон? Первый магазин, куда бы я хотела зайти, это Яргиджи. Он у нас открылся недавно, месяца 4 назад, наверное, примерно. Очень симпатичный магазин. Он есть в Анталии, есть в Алании, в Стамбуле. А вот у нас здесь в Манавгате, Сиде, его не было. Вот хорошо, что он открылся. И здесь как раз такие вещи все нарядные. Одежда вся такая нарядная. Можно что-нибудь себе очень даже симпатичное подобрать. Если не платье, то, например, верх блузку и низ, там юбку или брючки. 500 лир стоит. Качество шикарное. Это что у нас? А нет, я думала, это стразы. Нет, это ткань такая. Интересно. Так, это сколько стоит? 2700. Буду округлять. Блузы. Так, 1150 лир. Умножаем на 3, получаем цену в рублях. 1250 лир. Вот идет вверх и брючки. Так, кофточки, бижутерия, сумки. Купальники симпатичные. Купальники. Так, цена 1400 лир. Так, а вот платье я вижу. Ой, как здорово. Платье. Вот такое простое, классическое. Ну, знаете, смотрится стильно, в принципе. Но не факт, что будет мой размер. Так, 2250. Ткань, конечно, плотная почему-то. Очень плотная для лета. 2150. Так, ну они такие больше летние. Мне, наверное, такое не подойдет. Это джинса темно-синего цвета. Мираба, кола, гельсин. Позже был дуб. 1500. Так, здесь это голая синтетика. Цена 2750. Ну-ка, это что за платье? Длинное, прям в пол. У него цена
1900 лир. Так. Это качество хорошее, ХБ. Но это... Оно коротенькое. Не хочу короткое. Симпатичное. Но надо все мерить. 1750. Все мерить нужно. Лотки, шорты. Так, шорты. Босоножки. Брючки. Так, 1500. Брючки. А юбочки-то есть? А, есть. Если что, чтобы юбочку вверх. Например, подобрать какую-то блузку симпатичную и юбку. Что-то все не то. Не то, что мне хочется. Ничего не нравится. Ну-ка. Здесь уже идет как костюм. Брючки. И... А, нет, тоже брючки. Я думала, это кофточка. Это, кажется, все брючки. Нет, не то. Ладно. Так, на другой стороне у нас... Все бижутерия. О, симпатичная. Так. Ага. Тащики редрис. Курточки. Но это еще все рано. В общем, что-то пока не очень мне нравится. Сегодня мой лук. На сегодня мой лук. Платье у меня Зара покупала 2 года назад, когда была беременна, чтобы было свободное, удобно было ходить. Сумка, поло. Покупала в этом году новое. Такая удобная. Это самое главное, этот ремень широкий, очень нравится. Удобно. Босоножки Скетчерс. Тоже в этом году покупала. Такие удобные, мягкие. Ношу с удовольствием. Я очень люблю брендовые вещи. Честное слово, обожаю. Но, конечно, у меня еще есть и обычные простые вещи. Тоже есть. Вот, но больше все-таки брендовые люблю. А вы какие вещи предпочитаете? Брендовые? Поделитесь. Так, все, иду в другой магазин. Искать что-то другое. Более-менее такое симпатичное хочу, нарядное. Все-таки день рождения у дочки. Годик бывает только один раз. Один раз. Поэтому хочу что-то такое нарядное. Совсем забыла про турецкий бренд. Магазин ADL называется. Здесь же есть красивые платья. Можно здесь приобрести. Давайте посмотрим. Вот видите, смотрите, у них все прям по цветам. Так красиво. И мне еще нравится, как здесь у них пахнет в магазине. Очень вкусно. Так пахнет вкусно в Massimo Dutti еще. Я обратила внимание. И вот в этом магазине. Так. 4000 лир. Так, топик. Там у нас юбка. 1500 топик. Юбка 3000. На самом деле, я вот сейчас скажу, какую-то я. А, я вот такое вот платье мерила. Наверное, месяц назад примерно. Вот оно висит вроде симпатичное. А это лен. Приятный такой лен. А, стоит 4000 лир. Но в деле он смотрится не очень. А вот висит красиво. Так. Сейчас посмотрю, что здесь. Hello, hello. Так. Что у нас? Вот лен мне нравится. Ну, плотный такой. Цвет темный. Не хочу темный цвет. Хочу что-нибудь светленькое, нарядненькое. 5000 лир. Все-таки у дочки день рождения. Годик. Годик бывает один раз в жизни. Хочу что-нибудь нарядное. Так, это все не то, не то. Это у нас брючки. Ну-ка. Платье симпатичное, но темное.
Вот так. Но оно темное, не хочу темное. А вообще красиво смотрится. Цена у него. Так. 3500. Такое вот простое. Не знаю, может такое, ну, 3000 лир. Нет. Голубенькое. А, вот еще есть. Ну-ка. Такое. Тоже интересный вариант. Сейчас посмотрим. Чисто белое. Ну и что? Хорошенькое. Так. 4000 лир. Хочу вот какой-то такой цвет, коралловый, яркий. О, так, это у нас что такое интересное? Вот такое вот нежное. Ой, милое очень. Ну-ка. Угу. Красивое. На самом деле очень красиво смотрится и длинное. Я хочу именно, чтобы было такое длинное. Цвет приятный. Сейчас, но... Есть одно но. Это голая синтетика. Так, стоит 3500. И если его надеть через 3 минуты, я буду вся мокрая. Потому что это голая синтетика. Вот была бы ХБ, вот как на мне сейчас вот это платье, оно ХБ. Вот, я его ношу и ничего не чувствую. Даже в такую жару, 40 градусов, великолепно, прекрасно. Все, но вот это вот синтетика, ну вот как? Вот еще есть другой фасон. Тоже оно длинное, еще длиннее. А верх немножко вот по-другому сделан. Цвет, конечно, нежный такой. Нежный-нежный, как я люблю. 4500, но синтетика. Жалко. Очень жаль. Так. Так, а вот есть оранжевое, да? Ну-ка, это какое? Нет, розовое не хочу. Оранжевый. Может, такой оранжевый посмотреть? Ой. Так. Оно как-то оранжевое и желтое. Между оранжевым и желтым. Надо мерить. В любом случае надо мерить. Так непонятно. Но вот это вот прям мне очень понравилось. И расцветка такая милая. Нежная, ненавязчивая. Так, а сколько такое стоит? 3500. Здесь что? Нет, а ляпистые цветы. Вот они вот такие. Не хочу. Угу. Что у нас тут еще? Ну, это все не то. На день рождения не то. Здесь уже идут такие совсем нарядные платья, да, вечерние, я бы сказала. Можно их на свадьбу, можно на выпускной. Такое совсем все нарядное, красивое. Так, сколько у нас? 10 тысяч лир. Умножаем на 3, это будет 30 тысяч рублей. Стоит такое прекрасное платье. Это в пайетках. Ручная работа, наверное. Прям все так аккуратненько сделано. Все пришито. Прям каждое-каждое пришито, прошито. А 6 тысяч лир. Хорошая цена. Прекрасная цена. Так, здесь у нас это все что-то не то. Нет, не то. То было там у нас. Так, ну ладно. А, вот еще здесь, да, можно посмотреть? Я еще здесь не была, в этой стороне. Так, это у нас юбки. Слушайте, но в этом году этот принт есть везде. И в Катоне я видела, в H&M. Так, 1800. Это будет юбка у нас. А вверх, вверх есть вот такая вот рубашка.
это... Так, это шорты. А, верха у нас нет, получается, да? Только низ. Юбка и брючки. Угу. Ну-ка, это что такое? Платье. Так, хорошо. Тоненькая сеточка. Это тоже что-то такое интересное вроде. Но оно не на день рождения, оно как-то скучновато, на мой взгляд. А так симпатичное. Прикольно. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 2000 лир. 2000 лир. Здесь что-то у нас есть такое. Так, это верх. А низ какой у нас? Низ брюки. Можно как вариант. В какую цену? Вверх 2000 лир. Низ 2000 лир. Как это смотрится? Ну, неплохо вроде. Надо померить. Надо померить. Ладно. Так-то вообще-то выбор есть, ассортимент тоже есть хороший. Надо еще раз пройтись, посмотреть и уже мерить, прям мерить, мерить. Бывает такое, что вот так вот висит вещь, она вроде неприглядная, а если ее померить, то она смотрится очень даже и красиво, даже очень и неплохо. Или наоборот. Вот так висит, понравится, а то ее померишь, а она вообще не твоя. 4000 лир. Тоненький-тоненький ХБ. Там тончайший. Сумочка. Ну-ка, сумочка сколько? Так, 1500. В дуэте. Так, ну ладно. Идем выпить чашечку кофе в Starbucks. Все, кто знает про Starbucks... Здесь самый вкусный кофе, но это лично мое мнение. Для меня самый вкусный. Вкусные зерна, вкусные кофе и делают прекрасный кофе. Здесь есть какие-то такие различные вот бутылочки, где можно купить и с собой тоже кофе. Зерна продаются, все много чего интересного продается. А, пирожное. Я сейчас хочу взять морковное пирожное, я его очень люблю. Там кексы есть, какие-то печенья. Ну, в общем, все как обычно. Вода минеральная, обычная, простая. И кофе. Шикарный ассортимент на кофе. Ну, и цены тоже. Также еще я здесь люблю. Есть вот такие вафли. Вкусные. Они идут с медом. Сейчас покажу. С медом. Здесь две штучки. Такие мы берем. Вань, тебе взять? Угу. Две. Мирабако, Лагельсин, сейчас бедака, битаны, американо, айс, порто, битаны, американо, айс, ама крем барабер, алла билим ми? Эвет. Биринджи, тамам. Орта. А вот и китаны. Айс. Тамам. Битак, битак. Бурда бир тана американ. Дору му? И китана сада, и китана крем берабе. Крем и берабе. Тамам. Она ошиблась, да? Или нет? Правильно? Тамам. Тамам. Все, тама. Елена. Елена. Иван. Тама, Иван. У меня карта. Ты... Сейчас. У меня же карточка. Я ее взяла и не отдала. Сейчас, секунду. А вот она. Угу. Тамасис вар. В общем, здесь они вот так принимают заказы, готовят, и потом здесь сюда подходишь, и здесь
своей очереди. А вот здесь вот они как готовят. Здесь есть зал для некурящих, а там на улице зал для курящих. Здесь очень хорошо, прохладно, кондиционер есть. Там, конечно, уже духота и очень жарко. Мы пойдем на улицу, там больше места. Ну и плюс муж курит, чтобы спокойно посидеть. Туда пойдем, там свежий воздух. Вот такой вот кофе. Это просто американо, холодный со льдом. У меня тоже американо холодный со льдом и с кремом. Я вот так попросила. Здесь они обычно пишут еще имена. Спрашивают, как вас зовут, и пишут имена. Ребят, смотрите, вы у меня очень часто спрашиваете, где купить очки солнцезащитные. Я говорю, что хорошие, качественные очки продаются только в торговом центре Новомол. Вот. Оптик Плюс. Так вот называется. Они расположены на третьем этаже. Мы здесь сами с мужем не раз покупали себе солнцезащитные очки. Что я, что муж. И также еще он себе брал такие очки для зрения. Он работает за компьютером, сидит, и зрение портится, конечно же, плюс возраст, наверное, но все вместе. Вот, и здесь мы тоже заказывали очки. Так, все делают под вас, прям под заказ. Ждали, наверное, дня 3 примерно. В общем, пользуемся, довольны. Сейчас хочу сделать небольшой обзор, посмотреть, что у нас есть. Давайте лучше оттуда начну. Сейчас. Так, посмотрим, не знаю, давайте вот эти посмотрим, что это у нас за бренд, не вижу. Так, значит, цена на них 7150 лир. Так. Вот так. Угу. Может быть здесь? А, вот сейчас, давайте здесь посмотрим. Вот зеркало, свет хороший. Так. Сейчас будем все мерить. Буду вам все показывать. Так, следующая модель. Есть у нас Michael Kors. Versace есть. Вот это у нас что такое? Так, Swarovski. Давайте Swarovski посмотрим. Красивые. Вот это я понимаю качество. Мираба, Колай Гельсин. Красивые очень. Так, цена у них. Не вижу. Вот 8800, ну 8900. Это я называю цену в лирах. Чтобы получить цену в рублях, умножаем на 3. Здесь они оригинальные, настоящие, дают паспорт, дают гарантию. Сейчас спрошу. Гарантия? Бир ил и кил? Кил, 2 года интернет цена. Вот, гарантия 2 года. Ага, ты шики дедериса. Так, еще у нас вот, давайте вот эти Версачи посмотрим с вами. Так. Шикарно. Так, сейчас, только может быть лучше вот в это зеркало смотреться. Слишком темный, черный. Черный цвет не мой. Мой цвет коричневый. Светлый или темный. Или, как говорят, кахверейк. Коричневый цвет. Так, Dolce & Gabbana, Armani есть. Ага. Давайте цены скажу. Например, Dolce & Gabbana 7950 есть цены. За 10 тысяч лир Dolce & Gabbana. Вот Michael Kors 6800. Есть 600, есть 5500 Michael Kors модели. А здесь у нас представлен Ray-Ban.
Ray-Ban, например, давайте вот такой посмотрим. Наверное, это новая модель. Лучше вот так, да? Так, 5980. Вот еще есть в красном цвете, синий, серый. Так. А здесь какие цены? 7500, 5600, 5200. Ray-Ban'ы. Так, еще у нас тут есть тоже очки. Угу. О, это же мои. Мои. Так, я их брала. Сколько, когда я их брала? То год назад, что ли, да? Или полтора. Я их брала за 2150. Сейчас они 3450. В предыдущем видео, где снимала про седые, вот я в них, вот эти вот мои очки ношу, тоже не снимаю. Очень люблю, нравится. Сейчас отсюда что-нибудь с вами посмотрим, померим. Ну, давайте вот эту, что ли, модель. Так, цена у них 3250. Такая модель очков 3250. Вот такие вот. В последнее время мне стало нравиться, чтобы оправа, например, была одного цвета, а вот сами линзы вот эти вот другого цвета. Прям очень и очень мне нравится. Вау, это что такое? Это новая коллекция, что ли? Да? Давайте посмотрим, не знаю, вот эти давайте посмотрим, интересные. Или вот эта модель. Так, сколько стоят они? 3450. Давайте их посмотрим. Ого. Ого. Ой, слушайте, мне так нравится. Угу. Интересно. Знаете, что хочу сказать? Вот, например, они же смотришь, да, как будто прозрачные. Это точно так же, как и мои. Видите, они такие прям совсем прозрачные. И думаешь, как же в них ходить на улице, если такое яркое пылающее солнце. А здесь специальная такая пленка. Защитная именно от солнца. И вы можете спокойно находиться вот с такими полупрозрачными стеклами. Так, это я посмотрела. Что-нибудь еще. Красивые модели, интересные. А вот тоже, например. Вот я люблю, сейчас покажу. Вот смотрите, видите, оправа коричневая, а стекла вроде бы голубые, да, голубые. Так, интересно, сколько стоит? 3250. Так. Тоже симпатичные. Наверное, эти мне больше идут, подходят. Я имею в виду про форму. Там же есть еще и в другом цвете. Но вот именно то, что вот коричневые. Коричневый цвет мой, моя. Подходит мне под цвет моего лица и цвет волос. Тоже такой он светлый, светло-русый. Темные не мои оттенки, конечно. Слушайте, ну так классно, мне так нравится. Очень. Вот эта модель мне очень нравится. Так, не знаю, вот такая модель. Сколько стоит? 2650. Так, например, вот такая модель. Вот я, ага, там 3450. Мне подсказали, что вот эти пришли новые модели. Давайте вот такие посмотрим. Так, 3 780.
Померим. Вот они так, одушки, видите, какие другие, как леопардовые. Ну-ка. Угу. Сами по себе они интересные, но не мой стиль, конечно, не мой вкус. На мое лицо они не подходят, форму лица. А так хорошенькие. Так. Это у нас черные, да? Черные вот, коричневые. Это коричневые, красные. Оттенок красный. Темно-синий, что ли, да? Темно-синий. Угу. Очень красиво. Еще вот здесь вот тоже есть. Так, Dolce & Gabbana, Versace. Давайте вот эти Versace посмотрим. Так, 9850 лир. Так. О. Красиво идет мне. Угу. Хорошо смотрится. Нравится мне. Так, знаете, как одела и смотришь через вот эти вот линзы, которые здесь. Глазу очень приятно. Такое все в красивом цвете. Угу. Что значит качество все-таки. Хоть как ни крути. Когда вот качественное, когда настоящее, оригинальное, все по-другому, да. Здесь, конечно, линзы другие. Так. Так, Lacoste есть, Prada. Это ну что? А, тоже все Prada. Так, в какую цену? 13. 370, 11 500, 12, 10 тысяч. Цены такие. Так. Şimdi indirim var mı? %15 Use? 15%. А, 15% будет скидка, если придут от нас, скажут, что от меня, от Елены Киреевой. Ага, хорошо. Сейчас скажу. Большое. Так, в общем. Даем вам скидку, даем скидку. Если придете и скажете, что от меня, от Елены Киреевой, то вам будет 15% скидка. Да. Да. А, и еще можно рассчитываться рублями, карт, да? Да, да. Сбербанк и Тинькофф есть. Ага, сейчас скажу. Также еще можно рассчитаться рублями. Вы перекидываете на карту Сбербанка или Тинькофф. Да, ну и вот, в общем, вот. То есть рублями можно считаться. Не наличкой, не путайте, не наличкой, а именно перекинуть онлайн. Да. Так, большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Как говорят, Кола Гельсен. Teşekkür ederim. YouTube каналымыза да merhaba. Herkese teşekkür ederiz. Спасибо. Ребята, от всей души рекомендую вам именно этот магазин, потому что здесь оригинальные очки. Дают паспорт, гарантия 2 года, от меня скидка 15% и еще можно рассчитаться рублями. Пользуйтесь на здоровье. Если я себе здесь ничего не куплю, я имею в виду я в этом магазине и в торговом центре Новомоле, то я особо не расстроюсь, потому что у нас в Манавгате есть достойные магазины, достойные бутики. Они сами по себе маленькие, такие компактные, но в них тоже есть хорошая одежда. Можно что-то себе выбрать и купить достойное платье или какой-то костюм. Ну, вообще, даже футболку или юбку. Так что особо я не расстраиваюсь. Пойду к себе в Новомол, ой, в Манавгат, и там прикуплю. Тем более у меня время еще предостаточно. День рождения у нас у дочки 17 августа. Еще есть у меня так примерно 3 недели для того, чтобы выбрать платье. А вам большое спасибо, что вы сегодня со мной прогулялись. Буду вас всегда брать с собой, гулять по Манавгату, Сиде или торговым центрам. Также еще хочу сказать огромное-огромное вам спасибо всем,
За ваши теплые слова, которые вы мне написали по поводу видео про аптеки. Мне очень приятно. Я старалась, я готовилась, думала, чтобы дать вам такую хорошую, полезную информацию именно про вот эти БАДы, витамины, препараты. Все, буду периодически делать. От вас получила я такую колоссальную обратную связь. Мне это очень и очень приятно. Большое вам всем спасибо. На такой замечательной, прекрасной ноте я уже буду с вами прощаться. Пока-пока, мои хорошие, пока-пока. Совсем скоро мы с вами увидимся вновь. Пока-пока.